Всем привет, дорогие друзья, из солнечной Аланьи. Сегодня мы находимся в самом центре города и идем с вами в магазин Plaza Diamond, в котором продаются ювелирные украшения на любой вкус. Также продаются украшения из серебра и украшения с султанитом. Где же находится этот магазин? Магазин находится в самом центре Аланьи. В описании к этому видео смотрите ссылки на все социальные сети и на карту. Ну а как же быстро найти магазин? Вот прямо за мной вы видите расположен магазин LC Вайкики. И по вот этой улице, по прямой, буквально пройдя метров 200, вы попадаете в магазин Plaza Diamond. В магазине говорят на русском языке, поэтому вы совершенно свободно можете узнать все, что вас интересует по поводу ювелирных украшений. Ну и, конечно, сделать приятные и красивые покупки. Друзья, в магазине Plaza Diamond огромный выбор ювелирных украшений. Ну и, конечно же, о них мы расскажем вам чуть позже и покажем все. А прежде чем начать наш обзор, сейчас пройдем к нашему мастеру, которого я попрошу почистить мои серебряные украшения. Здесь вы можете не просто почистить ваши украшения, но и сделать совершенно любые манипуляции с золотом и серебром. Также с камнями, с драгоценными или с полудрагоценными. Вы можете принести свой лом, из него сделать что-то, то, что вам хочется. Здесь можно уменьшить, увеличить, например, размер колец. Ну и, конечно же, вставить в кольца бриллианты или полудрагоценные камни. Наш мастер профессионал, во втором поколении ювелир, поэтому все, что вы хотите, вы можете здесь сделать. Уста, benim gümüşleri temizleyebilir misiniz? И пока мастер делает чистку моих украшений, мы с вами пройдем и посмотрим магазин. Вот уже пришли клиенты, поэтому вы тоже приходите и покупайте классные украшения. Здравствуйте, меня зовут Екатерина, я представитель ювелирного магазина Plaza Diamond. Мы находимся у витрины с бриллиантами, например. Бриллианты есть разные. Люди приходят, спрашивают, сколько стоит 1 карат, например. Нету одной цены. Есть 1 карат стоит 10 тысяч евро, есть 1 карат стоит 100 тысяч евро. Все зависит от чистоты, от цвета, от величины и от огранки. Это все ручная работа делается с бриллиантами. Здесь бриллиантики не сильно огромные, но ничего лишнего на него нету, как вы видите. А также в этом году у нас очень мода вот такие изделия. Просто круг и с бриллиантами. Здесь есть маленькие бриллиантики, а также один побольше. Этот, который по центру, бриллиант, можно увеличить по желанию. Можно и 1 карат вставить, можно и 50 каратов вставить. Есть у нас еще такой красивый вот комплектик. Здесь бриллиант открыт со всех сторон, поэтому он и блестит очень хорошо. Фуль массивные. Золото у нас 585 проба и 750 проба. Бриллианты больше всего вставляются в 750 пробы. Например, один камень. Опять же, это маленький камень, но можно сделать побольше по желанию. С таким кольцом предложение делается. И сейчас очень мода даже вот так носить. 2-3 цвета можно. Можно вот это золото, кольцо в желтом, а вот здесь рядом можно в белом покупать. И получается очень красивое одно кольцо. На данный момент 1 карат бриллиант начинается от 5000 долларов и выше цена. Эта витрина у нас опять бриллианты, здесь разные дизайны. Вот это колечко можно носить вот так. Здесь посередине идет белое и желтое золото, и бриллианты. Не хотите это кольцо, вы можете вот это посередине белое, которое оно снимается. И можно носить вот это кольцо отдельно, а вот это кольцо отдельно. Вот такой интересный дизайн. Я также, опять же, здесь бриллианты можно увеличить, можно меньше. Посередине вот это тоже может быть вся в бриллиантах. Опять же, очень последний тренд, кому очень все приходят и спрашивают. Сердечки в этом году тоже все спрашивают в бриллиантах. Именно посередине пустые. Они тоже сделаны фуль массивные. Вот здесь у нас интересный дизайн. Там звездочки, все в бриллиантах. Дорогие друзья, в этот раз я пришла в магазин Plaza Diamond, чтобы посмотреть, что есть из дизайнерских украшений. И на самом деле здесь представлен просто огромный выбор. Например, представлена такая марка, как Франко Фонтана. И из этой марки вы можете выбрать, как, например, вот такие вот очень спокойные, близко к классическим украшения, так и что-то невероятно интересное. Например, вот такого вот плана, сделанное под вид виноградных гроздей. Ну и, конечно же, магазин Plaza Diamond является официальным дилером такой марки, как Roberto Bravo. И здесь можно приобрести, как, например, вот такие вот красивые наборы из колец и сережек. И также отдельно сережки. Например, сейчас есть скидки на гвоздики. Посмотрите, какая красота. Все это ручная работа. Горячий эмаль и бриллиантик. Обязательно в Роберто Браво изделия один бриллиантик должен быть. Угу. И, например, вот такие вот цены на такие серьги начинаются примерно от 500 евро. В зависимости от материала, есть бриллианты или нет. Вот такие вот бриллиантовые кольца одним камнем представлено в магазине. Конечно же, выбор большой. И, например, вот это вот кольцо 1 карат, здесь черный бриллиант 2,5 карата, а здесь 0,7 карата. 0,7 карат. И в магазине есть разная огранка. Разная огранка, и также можно вставить в разные формы колец. То, что вы сейчас видите, вот 1 карат и 0,7, в 4 лапках. Его можно вставить в 6 лапках, в больше можно вставить лапках. У всех по желанию. Выше, ниже. Угу. Можно вообще утопленные вставки сделать. Угу. Ну и, друзья, конечно же, хочу показать вам вот этот вот уникальный набор Франко Фонтана. Франко Фонтана. Я на самом деле для себя открыла эту марку только сегодня, но я просто под впечатлением. Посмотрите, какая работа. Это просто уникальные вещи, работа просто чистейшая. Ну и, конечно же, дизайн. И такой набор стоит 2000 евро. Давайте посмотрим, как. У него свой сертификат и своя коробочка выдается даже. Посмотрите, какая красота. Это вещь, это просто... Ну, я влюбилась в эту марку действительно. И, конечно же, более такая игривая модель. Это вот такая модель в виде гроздев с кружочками. Только золото. Там камней нету, ни бриллианты, ни другие камни нету на них. Посмотрите, золото. Какая красота. Это так называемый statement piece, да, то есть который будет выделять вас абсолютно всегда и везде. Ну и, конечно же, вот эти вот модели Roberto Bravo, это уникальные вещи ручной работы. Что здесь, что уникального вот в этом кольце? Здесь у нас эмаль белая, да? Белая горячая эмаль, бриллиантики и сам белый камень, белый оникс. Белый оникс. Ага. Да. Посмотрите, бабочки. Натуральные камни работает Роберто Браво. Все с натуральными камнями. Драгоценные и полудрагоценные, но натуральные. Насколько прочные вот эти вот элементы? Прочные. Они сделаны фуль массивные, поэтому они очень прочные. Но мы на золото тоже даем 10 лет гарантии на чистку, на ремонт. Не дай бог, все возможное. Мы все это ремонтируем без проблем. И такой набор стоит? И такой набор будет стоить колечко, например, 1000 евро. Да. Колечко, например, стоит такое 1000 евро. Но это просто... Это просто уже искусство, это не просто украшение, это искусство. И, например, есть вот такие вот модели. Вы знаете, что Роберто Браво начинал, в принципе, с бабочек. Это их... Красные бабочки. Да, это их символ. И вот такая вот тоже модель. Вот такой комплект, например, где-то будет стоить 1650, 1700 и выше. Угу. И есть также такие серьги. Здесь у нас... коллекция часов. Часы у нас в оригинале, и на них мы даем 2 года гарантии интернациональная. У вас дома гарантия тоже действует. несколько фирм. У нас тут есть Виалюкс, Моментус есть, а также у нас есть Хислон, это у нас Швейцария. И цены на часы начинаются от 100 евро и выше. Если, конечно, швейцарские, то там 500 евро и выше начинаются цены. Здесь у нас есть тоже еще оригинальная фирма, турецкая фирма уже, Лизай. У них изделия более классические, очень популярны, все приходят, спрашивают именно эту фирму на данный момент, в этом году. И каждое изделие имеет также свой сертификат, уже готовый, приходит с фабрики. Каждое изделие, вот такой у них сертификат, и с другой стороны написано код, цена камня, частота и величина камня, все написано, готовый, уже приходит с фабрики. А также у нас султанит. Большая коллекция султанита, все приходят, специально султанит спрашивают. Кто уже побыл, для себя купили уже султанит, все приходят на подарок, покупает именно султанит, потому что этот камень только здесь у нас в Турции есть. Вот у нас сейчас очень красивые камни, огранка сделана, он со всех сторон открытый, не в лапках, очень блестит, огранка даже сделана по-другому. Если вот это классика, они в лапках тоже. Камушки вокруг все сваровские, есть в бриллиантах тоже. И султанит у нас комплект, например, со сваровскими, не с бриллиантами, начинаются цены от $400 и выше. С бриллиантами, конечно, будет начинаться от $1000 и выше. Здесь у нас уже начались сережки. Очень большой выбор сережек тоже у нас есть. Итальянские дизайны тоже есть, наш дизайн есть, гвоздики сейчас очень тоже приходят, и детям стали покупать гвоздики на данный момент. Все золото, нету здесь камней вообще. И одеты на золотые цепочки. Также здесь вот другой дизайн, везде вот эти шарики. Опять шарики разного цвета, сейчас очень модно 2-3 цвета смешать на одно изделие. Обручалки, такие кольца, которые невозможно сделать размер больше-меньше. Их заново надо делать. Поэтому у нас тут есть пример из стали. Этот пример, например, вот такой овал, квадратный может быть. Вот такой матовая обработка, чтобы было, если вы хотите. Чтобы камушки вставились вот именно вот в таком виде. Здесь это как пример. И у нас получается новый дизайн. То есть у вас будут обручалки, только у вас вторые таких не будут. Большинство приезжают, хотят именно гладкие, просто классические тоже. Это уже в готовом виде у нас есть. И разные размеры. Сразу можете найти свой размер. Merhabalar, ismim Arda. Plaza Diamond'da çalışmaktayım. 12 yıldır bu işi yapıyorum. Bu meslek bana babamdan yadigar. Babamın eksiklerini kendimi geliştirerek tamamlıyorum. Bundan fark olarak ben kendimi 3 boyutlu tasarımda geliştirdim. Üretimimiz bilgisayarda başlayıp tezgahta devam ediyor. Önce tasarlıyoruz, daha sonra somut hale tezgahta getiriyoruz. Altını öncelikle burada eritiyoruz ve daha sonrasında burada döktüğümüz altını silindirden çekerek bu hale getiriyoruz. Şu gördüğümüz silindirde altını inceltme işlemini sağlıyoruz. Daha sonrasında tezgahta bunu işleyerek gördüğünüz üzere şu şekilde yüzük haline getirebiliyoruz. Silindirden çektiğimiz, tezgahta şekil verdiğimiz altınımızı, gümüşümüzü daha sonra burada polisaj motorunda parlatma işlemine tabi tutuyoruz. Şu anda üretimimiz tamamlandı. Gördüğünüz üzere parlatma işlemi de tamamlandıktan sonra artık güle güle kullanabilirsiniz. Здесь на первом этаже у нас идет серебряная коллекция, 925-я проба. На серебро даем сертификат, 2 года гарантии на чистку, на ремонт. Опять же султанит. Султанит очень спрашивают. Люди приходят и прямо султанита только и спрашивают. Поэтому у нас большая коллекция султаните есть. и в серебре. Вот это, например, серебро. Сейчас очень мода пошло серебро на пыление. Это с позолотой. Ручка вся из султанита. Все из серебра. Механизм не боится воды. Тоже все из серебра. Колечко с бирюзой. Очень красивое колечко. Ее можно носить одну. Можно с одним камнем одевать. Меняет тоже форма других колец. Также опять же в позолоте. И еще вот в этом году мода багет. Вот эта форма камня называется багет. Оно есть и в золоте. Также в серебре тоже есть большая коллекция. Это серебро с позолотой. Это кольцо больше-меньше не делается, поэтому под заказ сделаем сразу на ваш любой пальчик, который вы хотите носить такое кольцо. Цены на серебро у нас начинаются в султаните, например, за 15 евро. Колечки тоже можно найти. 15 евро и выше. Есть также с позолотой и чистое серебро. Это идет серебро с напылением. И дальше у нас есть такая же тоже большая коллекция с такими изделиями. Опал камень тоже. У нас еще есть вот такие изделия, это под серебром. То есть это не серебро, но как позолота делается, так же делается вот под серебром. Серебро, сваровские камни и еще позолота есть. Комбинированный такой комплектик, очень красивый, необычный комплектик. Вот такие полудрагоценные камни. Наверху я вам показала в золоте Лизай фирма. У них вот очень красивый вот такой комплект. То же самое в серебре у нас есть. Вот такой комплект плюс-минус от $100 и максимум $150. Они, ну, тоже сделаны массивные. То есть серебро у нас все делается массивные. Не дутые, не полудутые, массивные. Если золото, есть изделия на всех классов, там подороже, массивнее, полумассивнее и дутые. А в серебре все делается массивное. А также большая коллекция у нас есть цепочки. Вот эти цепочки унисекс, как у женщин, так и мужчины могут одевать. Сейчас черненое делается, очень красиво смотрится на теле, когда одевается. Друзья, вот такой вот у нас получился обзор магазина. Мои чистые украшения тоже готовы. Посмотрите, какая получилась красота. Чего бы сделаешь, а? Невероятно чистый. Большое спасибо. А вы, друзья, обязательно приходите в магазин Plaza Diamond. Я просто невероятно довольна. Очень красиво блестят, супер. А вы обязательно приходите в магазин Plaza Diamond, приезжайте в Аланию, в Турцию. Обязательно смотрите в описании к этому видео все контакты этого магазина, задавайте ваши вопросы. Ну и, как всегда, я говорю, будьте здоровы и радуйте себя красивыми и качественными вещами. На сегодня мы с вами прощаемся. Желаем вам всего самого лучшего. Добро пожаловать в Аланию, в Турцию. Всем всего хорошего. Пока-пока.